праздником, дорогие братья и сестры, с праздником, который в уставе называется «Происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня». В народе еще этот праздник называют «Первый спас» или «Медовый спас». На мне вчера исполнилась пословица: «Прежде чем пухать в колокол, загляни в святцы». Не заглянул. Из песнопения «Литургия Анна Златоустая» мы сегодня возьмем то, которое посвящено именно кресту Господню. Поет духовенство, за ним повторяет клирос, затем повторяет весь народ. Традиционное песнопение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. И предлагаю вам послушать в исполнении мужского хора три мелодии этого краткого и очень древнего песнопения. Обиходные, то, что вы сейчас слышали в моем исполнении, монастырский вариант обиходного песнопения, и третье — это музыка иеромонаха, тогда, когда он писал эту музыку, впоследствии архимандрита Геронтия Кургановского. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка. Воскресенье Твое славим.
На сегодня мы с вами прощаемся. Желаю всем хорошо провести праздник и вкусить новоосвященного меда. Храни вас Господь. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.